играть Уфимка, Шибанова. Перевод и гол! 3-2! Агидель, выстрел в меньшинстве, организовала голевую контратаку. Все внимание было к Анне Шибановой, а ведь про родного-то все забыли. А она спокойненько вторым темпом накатилась, получила передачу на пустые. И это гол. 3-2. Агидель выходит вперед и делает серьезнейшую заявку на продолжение плей-офф.